подготовлены для заселения новыми гостями, новыми территориями. Мы расчистили все, здесь было много-много помещений, теперь это одно пространство. Эта фаза называется демонтаж. После того, как мы осмыслили всю территорию и поняли, что мы хотим сделать здесь, мы начинаем сносить старое. Здесь 1500 метров полностью очищены от перегородок, от ненужных каких-то излишек. Посмотрите, такие пространства впечатляют уже на уровне магии цифровых пространств. Сама территория представляет фигурную сторону. Нельзя оставить ее так, как есть. В этой зоне очень важно то, что мы получаем реальный объект и природу рядом за окном. Набережная Ренков подразумевает, что творческие люди смогут наслаждаться энергией как зелени за окном, так и камни кирпича внутри. Вот эта синергия от двух разных энергетик, а то и от трех, от четырех, позволяет рассчитывать на успех и на развитие этого места как новой творческой точки роста для любого креативного бизнеса. Здесь очень много вещей, которые не хочется ломать. Это стеклоблок. Просто очень много моментов, которые не хочется никак ломать либо менять. Вот такие окна из стеклоблоков, которые являются уже в каком-то смысле пережитком прошлого, вы их не видите, у нас могут стать доминантой вашего будущего офиса или творческой мастерской. Огромный оконный проем. А вот эти огромные оконные проемы мы обязательно будем менять, потому что нам нужно как можно больше света, как можно больше солнца в Петербурге. Эта сторона позволяет привлечь солнечный свет, а вместе с ним какую-то новую энергию, новую свежую струю. Мои любимые объекты. На каждом этаже каждого помещения вы можете найти вот такой канвал. Предназначены были для перемещения тяжелых грузов, а сейчас они становятся очень интересными дизайн-элементами. Мы их все сохраняем, как и весь старинный конструктив. 2 тонны веса, а как много красоты. Сделали обои, такие накатали. А он посмотрел. Этот завод должен стать объектом, потому что мы хотим на него повесить фестивальный театр. Невозможно выгнать смотреть. Ну, это да. То есть здесь обязательно должно быть искусство.
Сейчас идем на третий этаж. На третьем этаже ровно то же самое, но в более приведенном товарный вид. Да. Становится, по сути, главным продуктом. Да? Ну, вообще, это одна из идей, из-за которых я сюда и попал, да, и я объясняю, что падение стоимость одной идеи. И сейчас то, что мы здесь видим, происходит только по этой причине. Тут только по этой причине. Может быть, даже очень символично, что мы стоим напротив непостроенного автоцентра Газпромовского офиса. И здесь сейчас инвестируются миллиарды в постройку креативного центра. Там еще очень хорошо, что виден с моря. Инвестиции в креативный кластер становятся осмысленными тогда, когда повышается стоимость идей. А стоимость идей повышается только тогда, когда падает стоимость барреля нефти. В данном вопросе очень символично, что Adplay строится буквально напротив офис-центра, не состоявшегося офиса Газпрома в Санкт-Петербурге. Будет работать новая индустрия, креативная индустрия Санкт-Петербурга. Точка от плея.